Всем привет и спасибо, что заглянули. С вами Катя с шопинг-влогом. Сегодня забежим в Love Republic, Lime, Guess, посмотрим, что новенького в иконике и Askent. Приятного просмотра. В первый магазин, который я зашла, это Love Republic. Что-то нового, интересного, цепляющего глаз не было обнаружено. Из неплохого базового есть такие джинсы из плотного хлопка, хороший оттенок, широкая прямая брючина с необработанным краем, и к ним еще топ идет. Вторые джинсы немного другого оттенка, потемнее и фасон заужающийся. И белый можно рассмотреть для любителей рванины. Подобные платья этим летом выпустили почти все бренды, поэтому что-то новое я про него не скажу. Возможно, в другом цвете это платье выглядело бы красивее. Хлопковые футболки средней плотности, простые, стандартные, максимум 1000 рублей бы отдала за них. С такой ценой до качества Uniqlo и H&M Premium далековато, к сожалению. Есть вот такие рубашки с широкими манжетами, в бежевой полоска шире, чем в голубой. Lime. Также не густо, если вы не видели прошлый выпуск, я там показала несколько неплохих находок. В это посещение зацепил глаз жакет красного цвета с жилеткой, брюк почему-то не оказалось. Я бы носила его, кстати, с черными брюками, люблю сочетание красного с черным. Камера все-таки искажает немного цвет, в составе лиоцел и лен, на мне размер M свободно сел, несмотря на то, что он с выраженной талией, что мне очень нравится. Обратите внимание, линия плеч довольно подчеркнута, есть подплечники, в общем, хорошо подчеркивает фигуру. Жилетка в размере S чуть тесновата, и вот так мы быстро прошлись по лайм. Забежала в Guess, в очередной раз убедившись, что это совсем не мой бренд, не моя эстетика. Конечно, здесь можно также найти неплохие вещи, но в целом не буду повторяться. Сумочки мне очень напоминают какой-то бренд. Примерила такой костюм, он со скидкой, выделю 2 плюса. Прекрасный нежный цвет, наимягчайшая ткань, очень тоненькая и приятная телу, но от этого очень нежная, поэтому на ней уже есть зацепки. Худи еще ничего сидит, а вот брюки, хочется больше материала и объема. Верх и низ в размере M. Лавандовые джинсы неплохие, 28 размер большеват, также на скидках. Аналоги дешевле можно найти, сказала бы я раньше. Сейчас кому можно, а кому нужно постараться. Мы добрались до иконики, и представляете, как бы грустно это ни звучало, но часть осенней коллекции уже на прилавках. Также покажу, что осталось на скидках. Красивое декольте, но такой каблук рано или поздно станет неактуальным, поэтому для базового, долгоиграющего гардероба лучше выбрать классическую шпильку.
Эта сумка напомнила мне коллекцию Зары, которую я показала вам в шопинг-влоге аж в 2020 году. Всегда говорю про матовую фурнитуру на ремнях, это смотрится довольно-таки стильно. Еще люблю вот такую, как на ремнях, так и на сумках. Ботильоны и крю нравятся, макси-платье, брюки палаццо уже представила в образе. Лодочки тоже очень понравились, смотрятся не вульгарно, стильные приглушенные цвета и матовый каблук делают свое дело. Тут еще ботильоны, оранжевые на любителя. Почему-то мне кажется, что черная подошва в них лучше бы смотрелась, на мой взгляд. Черные тоже симпатичные. Опять мне напоминает коллекцию Zara год-полтора назад, если я не ошибаюсь. Люблю светлую обувь осенью особенно, но вспоминая, какая у нас она бывает, серая и мокрая, и немножко любовь остывает. В описании под видео я оставлю ссылки на модели, обязательно заглядывайте.
А это уже распродажа, в основном, конечно, остались или совсем маленькие, или большие размеры. Благодарим Иконику, посмотрим, что в Аскент у нас новенького. Напомню, этот бренд аксессуаров и сумок из кожи российского производства. Что можно найти в этом бренде? Бумажники, кошельки, ремни, аксессуары для телефонов, кейсы, косметички и, конечно же, сумки. Не первый раз я делаю на него обзор, поэтому ссылки на другие видео прикрепляю в правом уголке экрана. Некоторые модели также вышли на сейл, заглядывайте в описание под видео, там оставляю ссылки. Это очень трудоемкая работа, поэтому будет жаль, если останется незамеченной. А эти милые карточки – подарочные сертификаты. Покажу вам несколько сумочек поближе. Вот такую небольшую кроссбоди на магнитной застежке и два вместительных минималистичных шопера. Друзья, на этом у меня все. Благодарю за просмотр, подписки, лайки, комментарии. Скоро увидимся. Пока!